Группа, в составе которой сотрудники мэрии и краевой инспекции по труду, отправляется в рейд по списку злостных нарушителей трудового законодательства. В кафе, столовых и магазинах первое, что проверяют – наличие трудовых договоров. Здесь я работаю, ну, примерно лет 10. 10 лет работаете, да? Да. Официально трудоустроены? Да. То есть и договор есть, и все отчисления, все есть, да? Да. О своих трудовых отношениях с руководством сотрудники рассказывают письменно. Параллельно трудовой инспектор расспрашивает об условиях труда, сколько сотрудник проводит времени на рабочем месте и как получает зарплату. Нередко оказывается, что и договора нет, и деньги платят в конверте. Кстати, многие сами соглашаются на такие условия. Большинство, конечно, если им пообещали какие-то хорошие деньги, они на это соглашаются, считают, что мы сейчас подзаработаем, как бы все проблемы наши решатся. Потом начинаются какие-то конфликтные, допустим, ситуации с теми же работодателями. Естественно, уже эти деньги не выплачиваются. А еще таким работникам лучше не рассчитывать на приличную пенсию. Трудно будет с серой зарплатой даже получить кредит в банке. Как оказалось, такую схему трудовых отношений практикуют многие местные бизнесмены. У нас достаточно серьезный список. 394 нарушителя всего было выявлено за отчетный период. В списке таких злостных нарушителей порядка 70 хозяйствующих субъектов. И за то время работы, которое мы установили с трудовой инспекцией Краснодарского края, каждый будет посещен. И обязательно наказан. Штрафы до 100 тысяч рублей за каждого неоформленного работника. В Сочи таких уже наложили на сумму более 4 миллионов рублей. И работа по снижению неформальной занятости будет обязательно продолжена. Ну а краевые инспекторы во всех районах города будут работать до конца недели. Инга Габешия, Ольга Десятова, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.